Приветствую вас, мои дорогие зрители. Приглашаю подписаться на мой канал, где очень много видео о нетрадиционной медицине. Сегодня я вам предлагаю уникальный метод детокса организма. Это детокс, любое масло, нерафинированное, с добавлением чеснока. Уже в самое ближайшее время, первые 5 дней, вы почувствуете результат. Мы берем 1/3 емкости, режем мелко чеснок и заливаем растительным маслом, нерафинированным, любым. Дорогие друзья, чеснок является не только сильным антиоксидантом, но он очень хорошо работает при атеросклерозе. Он убирает холестерин, убирает бляшки. И это практически гарантия нашего долгожительства, нашего здоровья. Особенно все, у кого сердечно-сосудистые заболевания, у кого нарушен венотоник, у кого другие любые проблемы. Именно такой детокс маслом для вас будет очень-очень уместнее. Даже те, у кого есть проблемы желудочно-кишечного тракта, и вы не можете кушать чеснок, то детокс вы прекрасно можете использовать. Итак, мы берем 1/3, я режу чеснок, вы можете его раздавить на любую емкость, и 2/3 заливаете нерафинированным маслом. Стоит от 3 до 5 дней в темном месте, встряхивая периодически. И затем вы берете просто столовую ложку этого уже масла с чесноком утром натощак, перед тем, как чистить зубы, проснувшись рано. Ну вот я показываю, что у меня оливковое масло. И полощите рот за щеками, десна, зубы полощите на протяжении 10-12 минут. Хочу вас успокоить, если вы не можете такое длительное время держать масло во рту, вы можете выплюнуть, взять новую порцию и продолжать снова. Это очень важно по отношению к тому, что мы с вами активизируем слюнные железы. Ротовая полость, слюнные железы является первым фактором того, что наш организм запускает работу ферментов поджелудочной железы. И у нас практически организм очень обезвожен, очень мало слюны. А слюна – это тоже как и антибиотик, и опять же, как ферменты помогают нам вырабатывать. Поэтому на протяжении 10-12 минут вам нужно просто полоскать в ротовой полости вот это чесночное масло. Хочу сказать, что можно любым маслом просто полоскать. Но так как я активизирую еще ситуацию с очищением сосудов от холестерина вредного, от бляшек, чеснок является очень хорошим и противовирусным препаратом, продуктом, который сейчас будет очень важен, очень уместен, актуален в период ОРВИ, простудных заболеваний. И если у вас особенно гайморит, лор, какие заболевания, бронхолегочные заболевания, ну, любого направления я могу вам перечислить, я вам хочу сказать, что ваш организм очень быстро начнет реагировать. У вас может выходить слизь, сопли, подкашливание начаться. Это все очень важно, это все очень нужно. Не бойтесь, это действительно такой детокс. То есть организм, лимфосистема должна выбросить эти токсины, должна освободить вас от того, что вас угнетает и то, что не дает вам выздороветь. Уже буквально следующие 5 дней, которые вы сделаете эту процедуру, утром натощак перед тем, как чистить зубы, кушать можно где-то уже минут через 15-20, через 30 минут вы можете уже делать гигиенические процедуры, кушать все, что вы как бы предпочитаете. А через 5 дней вы уже почувствуете прилив энергии. Вот это утренняя энергия, которая помогает нам быть активной жизненной позиции. Я все это испробую на себе всегда и только потом вам рекомендую. Для детокса такое количество, объем масла у меня уходит где-то за 10 дней. Хранить нужно в темном прохладном месте, как и все любые масла. Но я вам хочу сказать, что еще очень прекрасно такое масло добавлять в каши, в салаты, в винегреты. Детки, которые не очень любят запах чеснока, но он здесь такой деликатный, очень такой мягкий. И это очень-очень действительно вкусно и полезно. Я рекомендую такую программу детокса и другие любые
программы детокса делать на протяжении 3 недель или менять периодически масла, можно использовать, и вы очень быстро почувствуете результат. Дорогие друзья, если вы подписчик моего канала, вы в программе самопознания и самоисцеления. Присоединяйтесь ко мне, не пропускайте стримы, которые неоднозначные и очень интересные, очень мотивирующие. А в плейлистах по интересующей вас тематике вы найдете очень много видео народных советов, и плейлист о травах, и плейлист «Цветы для здоровья», и, конечно же, стримы. Спасибо, что вы были со мной. Будьте здоровы, пусть у вас будет здорово. В комментариях, пожалуйста, напишите отзыв или ваши рекомендации детокса организма для того, чтобы иметь резервы самовосстановления. Благодарна за подписку и за лайк.